При свечах уже 8 месяцев жители одной из астраханских улиц вынуждены обходиться без электроэнергии. Ребенок с утра встает, темно, керосинка утром, керосинка ночью. Мы к этому лично не касаемся. Мы вообще сидим без света. Денежные средства, которые должны пойти на оплату столь важной услуги, никак не могут поделить между собой представители нескольких дачных сообществ. Все, что вы говорили до этого, забудьте. Все совсем по-другому выглядит. Мы сюда собрались, чтобы нам дали свет в советском районе. Ну а пострадавшие говорят об этой проблеме: просто туши свет. Собственно, в чем проблема? Почему он без света сидит? Вы садовое общество, которое внутри себя до сих пор не можете разобраться.